Летняя школа мультикультурализма продолжает свою работу. Она была организована для зарубежных студентов, которые в ходе завершившегося учебного года стали слушателями специального курса «Азербайджанский мультикультурализм». Актив слушательской аудитории школы составляют студенты 7 ведущих университетов – России, Италии, Болгарии, Белоруссии, Литвы, Чехии, Грузии и, конечно же, Азербайджана. Местом постоянного базирования летней школы стала Набрань. Мягкий и в то же время насыщенный график успешно сочетает в себе принципы интерактивной работы и элементов прикладного характера. Программа работы летней школы составлена так, чтобы молодые слушатели курса азербайджанского мультикультурализма имели возможность воочию знакомиться с устоявшейся традицией толерантности и, самое главное, практикой мирного сосуществования людей, имеющих различную этнорелигиозную идентичность. Мультикультурализм для меня – это путь саморазвития. Здесь я слышу много разных мнений от людей разных национальностей. Это помогает выявлять сходство и различия в культуре, мышление различных народов. Азербайджан – это единственная страна, в которой политика мультикультурализма она процветает. И много стран, например, в Евросоюзе, у которых это не получилось. И очень интересно перенять этот опыт, как люди существуют, как народы вместе живут, и посмотреть саму культуру, увидеть, как это живется в такой стране, как Азербайджан. We've already heard about multiculturalism in Azerbaijan at this conference. Итоги первых дней работы летней школы показали, что главный акцент методики все же делается на конкретику из наработанного опыта. В этом смысле признанные зарубежные ученые и специалисты в качестве наглядных примеров ссылались на реально существующую доказательную базу, которая свидетельствует о начале нового периода расцвета мультикультурализма. В этом контексте предметом бурных обсуждений и обмена мнениями становится опыт, наработанный на примере азербайджанской дискуссии. Я считаю, что такие мероприятия очень важны. Они помогают студентам всего мира собраться в одном месте, увидеть различные культуры и нации. В прошлом году я организовывал подобные мероприятия в Германии и пригласил своих коллег из Азербайджана. Мультикультурализм работает везде, в том числе и у меня на родине. У нас живут сотни различных наций. Кстати говоря, моя жена итальянка. Я считаю, что надо забыть столкновение цивилизаций. Это осталось в прошлом. Мы должны работать на благо единой культуры. Это самое важное. Такого рода мероприятия, они имеют большое практическое значение в развитии и в распространении идей мультикультурализма. Поскольку вот здесь участники этого мероприятия в основном студенты, которые слушали этот курс в зарубежных и местных вузах. Но мы провели это мероприятие с целью ознакомить их не только в теории, но и на практике с достижениями Азербайджанской республики в области мультикультурализма. Еще одной из тем, которая была встречена с большим интересом, стала толерантность и мультикультурализм в государственной политике Азербайджана. Модераторами круглого стола выступили исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Азат Мамедов и депутат Мили Меджлиса Азербайджанской республики, член делегации парламентской ассамблеи ЕС профессор Сагиба Гафарова. Они отметили, что мультикультурализм в Азербайджане имеет глубокие корни. Трепетное и бережное отношение к мультикультуральным ценностям поистине стало специфическим качеством, присущим азербайджанской ментальности на протяжении многих столетий. Народная избранница, сделав ретроспективу в недалекое прошлое, подчеркнула, что новый расцвет мультикультурализма стал логическим следствием целенаправленной деятельности национального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который заложил прочную основу для сосуществования представителей многих этносов и конфессий в стране. Его достойный политический преемник Ильхам Алиев успешно продолжает и развивает процесс национального строительства, базовыми элементами которого являются этнорелигиозная терпимость и взаимопонимание. Не случайно сегодняшний Азербайджан является собой уникально толерантную страну, где мультикультурализм является образом жизни народа. По этой причине опыт жизни людей в условиях мира и согласия становится моделью для подражания. Профессор Сагиба Гафарова высоко оценила практику проведения летней школы, создание которой подтверждает наличие богатых традиций мультикультурализма в Азербайджане.
школа продолжит свою работу в течение предстоящих дней. Но уже сегодня можно вывести предварительный итог. Инициатива создания летней школы азербайджанского мультикультурализма состоялась. Она оправдала возложенные на нее надежды, и произошло это во многом потому, что в основу проекта заложены уникальные и универсальные парадигмы, имеющие убедительную корневую систему в виде таких азербайджанских традиций, как толерантность, коммуникативность и желание быть полезным и себе, и сообществу.